Здорово всем, ребята, агент Тоха на проводе! Прямо сегодня у нас будет прокачка инвентаря! Внимание! Брата! Тик-така! Вам не послышалось, поэтому, ребята, если вы тоже хотите попасть в прокачку инвентаря, прямо эту секунду прожмите лайк! Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, а мы приступим к прокачке инвентаря брата ТикТока. Это реально максимально эксклюзивный контент, чтобы понимали, насколько это эксклюзивный контент. Я когда ТикТоку сказал то, что буду прокачивать его брата, вы просто послушайте, что же он мне отправил. Это падаль вонючая, слушайте. Слышь, шляпа, ты моего братика не трогай, иначе я тебе в рот дам. И брату тоже. Ну все, ребята, не будем тянуть резину, это его аккаунт. Тик-так, падаль вонючая, даже брату ничего не дал. У него 2000 голдишки, знаете, кто дал эти 2000? Конечно же, Кенту ПК. Погнали набирать брата. Его, кстати, зовут Богдан. Ну что, ребята, прямо сейчас мы видим личика брата Тик-така. Поздравляю. Ой, брат, что тебя не слышно? Брат, ты пропадаешь еще. О, да, ты тоже. Давай еще раз. Здорово! Здорово, Пеппа! Кто Пеппа? Кто Пеппа, слышишь? Пинчуган Галимый! Так, я понимаю, что ты брат ТикТака. Но ты многого себе не позволяй! Слушай, такой вопросик. А почему у тебя черные волосы, а у ТикТака белые? Если ты брат ТикТака. А мы сводные братья. Нас раскрестили грибы. Какие еще грибы? Короче, братик, я знаю, что ТикТак галимая жадина говядина, и он тебя не прокачивает, это правда? Да, это правда. Он тратит всю голду на каких-то грибов. Вы посмотрите, брат, у ТикТака мама позвонила. Мама позвонила, говорит... Подожди, пожалуйста. Мама пинча позвонила. Ну что же, ребята, я думаю, Богдан хочет уже прокачки инвентаря. Богданчик, ты хочешь? Да. Богданчик, а почему тебя эта падаль ТикТак вонючий, это перхоть, это грибопепа? Не взяла тебя в клан Киберги, а? Он меня не любит. Он говорит, что я не гриб. А, вот так, ТикТак! Передачка! ТикТак, он... Кстати, Богдан, сколько тебе лет? Мне 17 лет. А, 18 лет. Ну, значит, это была гимнастика, утренняя. Ну что, братик, выбирай, что будем покупать с тобой. Дорогулечка, давай-ка Райл один мы купим на рынке. Принял, брат, смотри, секунда, купил. Ау, купил, дальше. Окей, давай тогда 10 фейбл еще, я хочу без бабочку. Проблем, братуха, говорите тебе в ухо. И дальше. И на остальную голду, ну давай ревенж вот этот, новенький. Базару зира, братик. Слушай, хороший выбор, у тебя просто весь ментарь в этих касиках. Are you ready? Брат, вообще, вот пока, давай пока я тебя прокачу, расскажи, каково это быть братом ТикТака? Вот, тебя узнают на улицах или нет? Нет. Он белый, а я черный, как он меня узнает вообще? Брат, только я понял, вы сводные братья, правильно? Ну да. Я понял. Ну вообще расскажи, какой это ТикТак в реальной жизни? Пока я тебя прокачу, ну что так интересно расскажешь про эту грибопепу? Да жадина этот ТикТак. Помешался на своих грибах и все. Ничего зазвездился! Зазвездился, да? Ну, да. Есть Кент ПК, который всегда тебе поможет. Ну что, братик, на что делал бустик? Выбирай. Твой любимый ножичек Фейбл коллекции. Давай Легаси, хочу. Легаси, имба! Ну что, давай скажем заклинание на счет 3, ТикТак пенч и откроем. Раз, два, три! ТикТак пенч! Погнали! Слушай, ну сейчас нам по-любому повезет. И что нам выпадает? Это что за... Это что это за пенч? Братик. Ну что-то плохо. Давай сейчас сделаем, смотри. Поднимай кулачок. И прямо сейчас мы будем держать кулачки, пока не выпадет аркан. Давай. То есть, походу, до следующей прокачки. Блин, ну и трэш. Брат, ну ты не расстраивайся, у меня же есть план Б. Ты же понимаешь, о чем я, дорогулечки ты моя. Ой-ой-ой-ой-ой, ну это, конечно, жестко. Слушай, а ты вот не думал создать тоже свой YouTube-канал? Ну вот как брат ТикТока? Я думал, но мне типа ТикТок говорит, зачем тебе этот YouTube? Лучше сиди в своем станке. А, боится конкуренции. Ну вообще в жизни ты так адекватный или типа такой чокнутый, как и на стримах? Да не, он в жизни вообще нормальный чувак, а на стримах я не знаю. Подожди, так его же в дурку забрали. Вот недавно его забирали из-за стримов. Он так-то в жизни нормальный. Смотри! Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, братик! Давай вместе! Ба! Бо! Ой, стоп, тут бабочки нет. Давай-то. Сти-ле-то! Давай вместе. Сти-ле-то!
Стилетто! Давай, брат, давай. Давай. Драулечки, ты моя, мы все профукали. Ладно, давай еще раз откроем. Давай техника легкой руки. Знаешь, что это за техника? Аккуратненько вот так вот нажать надо. Смотри, брат! Величайшего, для величайшего. Да ё-моё, ну что это такое? Брат, ну походу прокачка у кента еще хуже прокачки, чем у тиктака. Так, какой вот твой любимый ножичек из Revenge коллекции? Блин, я не знаю, наверное, золотой вот этот, который левее. Вайпер? Да, Надик, вообще. Надик, ты чё? Ну это такой ножичек для бедных. Ну ладно, братуха, смотри. А слушай, может я стану твоим братом? Как тебе идея? Было бы хорошо, ты хороший брат. Ну прокачка инвентаря, это дело, конечно, хороший. Еще бы сказал бы я плохой, брат. Тогда мне было больше прокачки инвентаря, сам понимаешь, чем. Блин, да даже вином не падает, ты понимаешь, это же долбанный вином. Богданчик, рассказывай, как ты учишься в школе? Я учусь хорошо. Я ж не тик-так, я не двоечник, я учусь на одни пятерки. А в школе все знают, что ты брат тик-така? Никто не знает, я ж черный. Не, ну брат, ну если без рогов, все знают? Ну ладно, знают, все просто типа, передай тик-таку, скажи, может он мне записал голосовое. Они говорят, скажи тик-таку, чтобы мне прокачал. Вот именно, они задолбали со своими прокачками уже. Тут тик-так даже тебя не прокачивает, тут какие-то трюхи одноклассников. Ну что, братик, давай так, скажи какое-то волшебное заклинание. Тик-так гриб. Ну погнали дальше, погнали дальше. Слабенько. Вот я тебе еще покажу, какие заклинания правильно говорить. Ахалой махла, тик-таку в дурку посылай, бум! Чи-22 Starfoot. Это шо? А это у нас хэштег... НЕПОГАНО! Ну шо, брат, осталось 3 попытки. Шо я тебе могу сказать? Походу мы обкакались. Ха-ха-ха! Да ладно, еще родной. Какой кейс открываем по счету? Выбирай. Давай второй, посередине. Хорошо. Я чувствую нож. Ты чувствуешь нож? Давай. За пинча! Погнали! Давай, Богданчик! Ничего, Богданчик, запомни. У нас есть план Б. Мы сейчас дооткрываем все ревенш кейсики, и потом, братик, я тебе расскажу, как правильно подниматься. Давай. Блин, ну даже, смотри, даже легендарки не выпало. Даже легендарки не выпало, последний кейсик. И давай прямо сейчас просто с тобой задержим дыхание и его откроем. Готов? Да. Выдыхай! Да. Брат! Мы все профукали! Стендов 2, это стендов скам! Ничего, у нас есть план Б. Тебе сайт так рассказывал про один волшебный сайтичек. Какой сайт? Конечно же, это... Баулдроп! И это же наш с вами любимый Баулдропчик! Ну шо, Богдан? Ты посмотри, ты в курсе, что на Баулдропе тип недавно выбил Кирголд? Как тебе такое? Серьезно? Вот, Кирголд поднял, знаешь, какого кейса? С кейса платина! Слышь, а может, да, мы... ну. А может мы откроем? Давай, конечно, хочу кирыч. Ну давай, ну мало ли, сейчас и нам повезет. Открываем сразу 4 штучечки. Надеюсь, мы купимся. Давай, держим кулачки. Так, потратили 700 волнишки. Потратили 700, получили... 2400 кирыч! О, май! Сюда, на базу, сюда! Хэштег Пеппа Пенч! Он не чистый хэштег придумал. Короче, смотри, а ты в курсе, что есть булпасик? Только не говори, что не знаешь про булпасик. Короче, смотри, в чем суть булпасика? Ты просто открываешь кассики и получаешь на халяву призы. Ты посмотри, сколько мы получили призов. Смотри. Охренеть. 30 золота получили. Что? Так. Халяву? А теперь выбирай первый, второй, один, два, три. Выбирай ячеечку. Давай третью. Так. Получили 83 голды на халяву. Это булпас. Понял, как в Синдофе есть булпас, только тут булпас. Ты слышал же про это? Слушай, ну нормально. А ты в курсе, что на булдропе добавили скрижали? Или не в курсе? Нет, что это такое? Сейчас вам все расскажу! Какой кастик ты хочешь, чтобы мы открыли, братик? Ну, естественно, тик-така брата моего. Ну давай, тик-так, тик-так. Слушай, ну если мы еще не купимся с его кастика, я официально заявляю, тик-так или моя пепа. Смотри, брат, видишь, мы открываем кастик тик-така, получаем 690 скрижалей. Потом я тебе покажу, что это такое. Там все максимально изи. 507 голдишки. Ну это. Ну давай. Пеппа это тик-так. Давай, может, я открою нормальный кастик. А? Кастик кента ПК-то хочешь? Конечно. Погнали сразу. 10 штучек на мужика влетаем. И полетели, братик, полетели. Давай поднимаем кулачки. Прошу, давай. Ну кастик. 950! Сюда.
Ну, нормально. И какой вывод напрашивается? Бадан, сделай вывод. Ну, естественно, Кент лучше ТикТака. Ха-ха! Конечно, лучше, я тебя прокачиваю! А ТикТак вообще никого не прокачивает. Он пыль. Так, ну что, братик, а давай-ка мы прямо сейчас с тобой попробуем поиграть в какие-то мини-игры. Выбираем количество камней. Какие камни выбираем? Сколько камней? Давай четверочку, четверочку. Давай, давай. И давай 500 голдишечки, правильно? Теперь нажимаем «Начать игру». И теперь нам надо выбрать ту ячейку, где нет камня. Как думаешь, какая она? Давай первую. Первую? Сюда на базу, брат, у нас уже 595 голдишки. Так, а теперь что выбираем? Давай пятую. Да ты что, 755 голдишки подняли! Дальше что? Давай ту же, пятую. Ничего себе, ты жесткий. Имба! Давай еще раз и выводим. Давай первую, первую, первую. Давай, брат, давай. Да! Выводим! Да! 5500! Ну давай откроем Анубис, Анубис. Сразу 10 штук на мужика. Ты не против же? Конечно, давай. Давай, родной! Сразу 10 штук, быстро открытие и смотрим, что же нам выпадает. 2000! Так, забирай выигрыш, и давай теперь попробуем на брейдах все это поднять. 1170, шанс на успешный брейд 57%. Ровно какие количество лишних хромосом у ТикТака. Погнали, брат. Давай, 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 давай. Успешно! Сюда! О, найс, у нас уже x2 от баланса. Стоп, ты же не показывал, что такое скрижали. Смотри, есть такая штука, как обменник Джо. У нас есть 7000 скрижалей. Потому что мы открывали на 7000 голдишки кассиков. Мы нажимаем обменять. Выбираю любую циферку. Давай посередине, второй. Давай. И мы на халяву получили 337 голды. Прикинь, на халяву бесплатно. Себе. Это очень круто. Кент, а давай что-то подписчикам подарим. Брать, конечно, подарим. Но это будет в конце. Я им подарю кассик. На халяву. Ха-ха-ха. Напомни мне, не забудь. Давай легенда Марии, почему бы и нет? Ну давай легенда Марии. 4 штучки, да? Да. 2500 голдишки, ты понимаешь, это очень дорого. Мы окупимся, 100%. Давай, брат, держим кулаки. 3, 2, 1, давай. Давай, 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 давай. Да! Что? Это еба! На 7800. Так, что ты не напомнил про подарочек для подписчиков, про промик? Все, почти, по секрету между вами, я промик. Смотри, нажимаю получить бонус. Все, изи, изи, изи. И знаешь, что это промик? Это нахалявный кассик скам. Бесплатно! А, серьезно? Потом, братик, ты прям сейчас смотришь, подписчики. Водите! Богдан, ты хочешь, чтобы подписчики вели? И получили нож. Конечно. Потом водите, это бесплатно, халява. Без доната, без всего. Пацаны, вели. Все, вот я 3 голды получил, вы можете нож получить. Изи-бризи. Богданчик, а где ссылочка на булдропчик? Подскажи, пожалуйста. Конечно же, в описании. Ну что, а мы прям сейчас ждем, чтобы нам вывели, поставили заявочку на вывод и надеюсь, нам повезет. Ты посмотри, как быстро! Да. Ваши эмоции! Я очень рад. Я очень сильно хочу М9. У тебя 9200 голдишки на балике! Ты понимаешь, это не сон. Это не шутка. Это просто имба. Покажи свои руки, Богданчик. Мои руки. А чё не трясутся? Чё трясутся? Богданчик распереживался. Какой ты ночью хотел? Говори. Говори, не стесняйся. М9. М9 хочу просто. Так, ну выбирай, давай. Ну, нож, дальше. М9. Давай. Куно. Куму? Да. Ну давай, тебе он нравится? Вот этот нож тебе нравится? Вот этот перхоть? Да нормальный нож, чё ты? Все, хорошо, покупаю. Давай. За! Ты пропал. Давай, за! Пинча! Покупаем! Поздравляю тебя, братик! Ты что, банан, рад такой? Что дальше выкупаем, родной, говори. Ну, давай перчатки к ножу, естественно. Конечно, перчаточки. У тебя же... А у тебя реально никогда не было перчаток и ножа? Да. Тик-так, жадина. Брат, ну что дальше выбираем? Давай перчатки чемпион. Давай, брат. Перчатки под нож. Покупаем? Конечно. Все, изи, поздравляю. Так, у нас осталось 2-300 голдишки. Что покупаем на остальную голдишку? Ну, я люблю Furious. Давай купим Furious кейсы. Серьезно? Это же очень дорого. Нет, я серьезно. Нам на 3 кейса хватит покупать на всю голду? Конечно, да, давай. Блин, а что тебе так нравится? Ну, имба же. Все, братик, готов? Открываем? Конечно. На что бы сделаем? Давай на Керамбит Юниверс. Давай. Я пробустил и открываю. То есть тебе нравятся керамбиты, да? Да. Так может вместо М9 об керамбит бы... Льедорко! Статрек! Да! Сюда!
Класс, давай дальше. Слушай, мне еще тоже понравились фрейс-кейсики. Опять Boost на Universe? Давай на Клав пробустим. Давай, давай. Ну, Клаву так себе ножичек, согласись. Ну, типа, ну, не самый яркий. Да. Давай. Но он тоже имбовый. Давай, Богдан! 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 Как же это было жестко, ты это видел? Осталась последняя попыточка. Давай сделай буст на все ножи, а вдруг нам повезет. Ну мало ли вдруг. Скажи какое-то заклинание волшебное. Ахавай-махавай, нож, выпадай. Давай. Нож, давай вместе, нож. О, стоп-трек! Обалдеть, а сколько стоит, а ну-ка? Слушай, хорошо! Да, нормально. Шо, Бородик, вот такая вот была прокачечка. Поэтому шо можешь сказать? Пару своих впечатлений. Что ты хочешь сказать? Я мне... очень рад. Кент гораздо лучше, чем этот жадный Тик-Так. Спасибо. Давай, ладно. Давай скажем честно. Тик-Так хороший человек, он тебе тоже давал голду, просто тебя засканили. Ну давай не будем про него так говорить. Ладно. Просто мне Богдан говорил, что Тик-Так ему давал дважды там по 10 тысяч голды, а потом все время скамили и скамили. Поэтому да. Тик-Так тоже там щел. Братик, ну в этот раз логин пароль никому не давай. Ты меня понимаешь, конечно. Да? Конечно. Ну, рад такой прокачке? Конечно же. Ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Кента. Также большое спасибо Булдропчику. Ну что же, ребята, также, кто хочет попасть в мою прокачку, подписывайтесь куда? На Кента, естественно, и на Телеграм. В Телеграме я выбираю людей для прокачки. Ты, я тебя могу прокачать. Потом, братишка, переходи и подписывайся на мой Телеграмчик. Ну что же, ребята, с вами был Кентуха и братик Така, которого зовут... Богдан меня зовут. Всем удачи, всем пока.